Привет, дружочек, пирожочек. Продолжаем играть. Я раскликался на варлоке. Мы въебали катку. Все отлично. Но ту катку нельзя было выиграть, к сожалению. Что бы я ни сделал. Хотя сделал я многое. Обидно чуть-чуть. Ну да ладно, это всего лишь игра. Поехали в next катку. Так. 11:23. Нормально. Ага. Ну, пока что нечего взять. Ладненько. Let's go. Вот эта вот штука меня байтит. Ну, тут ключи платные. Да, в принципе, и пофиг. Тут я не вижу ни одного скина, который был бы мне интересен. Ну, может быть, и этот, но он крайне уебищно выглядит. Пардон за мат. Ну... Я лучше на классическом вайпере поиграю, чем вот на этом. Честно. Ну, уродство какое-то. Не то, что сама идея плохая, а... Что-то текстуры какие-то... Непроработанные, как-то все. Как-то все не очень. Так, окей. Убираем варлока, как всегда. Оп. 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 Let's go. Так... Угу. Я хоть в тот чат напишу, вроде в тот. Окей. Ну теперь точно пуч будет за нас, ура. О, сапер, кстати, крайне неприятный герой на линии. Он, если ему, конечно, не пофиксили ренжу, у него большая ренжа, неприятная тычка, раскаст этот, замедление. То есть, если парень отлично играет, то может много шороху наводить. И подпушивать, и сайленс накидывать, и на линии заебывать по чуть-чуть. Есть такая тема. Угу. Но, как бы, если ты против сапера никогда не играл, тебе будет сложно. Если когда-то играл, то более-менее норм. Ты понимаешь, чего можно ждать. Блять, это что такое? Тройка вайпер? Так, ладно, чекаем. Замедление от фантомки. Замедление от Бристмастера. Ну, слушай, контроля у них прилично. У нас вроде бы как пуш весь контроль занимает. Не считая мои ульты и ульты виверны. Блять, не знаю, короче. Меня пугает чуть-чуть тройка вайпер, но может быть и зря. Может быть все будет хорошо. Но выглядит сомнительно. Ну, исходя из моего маленького личного опыта. Зато с этой, со шляпкой. Симпотный. Будем надеяться, что он хотя бы играть умеет. Так. Yes. Вот сюда. Так. Чуть-чуть не сюда, чуть-чуть. Вот сюда давай. Все так же, как всегда, закидываем в квикбайт ангусик. После баунти рун, надеюсь, хотя бы в этот раз все будет нормально, и мы их возьмем. Потому что обычно берут один баунтос почему-то наши ребята, и я без тангуса гуляю, как лох, как бомж. При том, что первый скилл у меня банды. Ха. Такое себе удовольствие. Максимально быстро возвращаемся сюда. Давай, жми. Ну, вроде сапогом я быстрый. И догонять, и убегать могу. Контроль у них есть, могут и забрать. Потому что если фейка прокачала лазу первым, то, в принципе... Я один из тех людей, который любит попасть в каждую лазу, которую она прокастила. Вот каждую, все собрать обязательно нужно. Это как со стрелой Мираны.
гипнотизирующие. Как, куда бы она ни летела, я все равно под нее побегу. Такие пироги. Надеюсь, он заберет эту. Бристол Бог. Бристол Бог, Бристол Бог. Сюда пока курьера пошлем. А кто второй у нас на линии? О, фейка в миду. Так. Так как. Блять, походу сапер у нас на линии, да? Чекай. Чекай, сапер сейчас вылезет. Смотри-ка, ты нет. Блять, отъебитесь, крипы. Ой, блядь, ебанина какая-то происходит. Ну ладно. Я пока проверю, что здесь у нас. Да-да, нет-нет. Ну что, продолжаем, я думаю, накидывать. Ой. Что глючит-то все? Не понял. Угу, вижу, вижу. Бежит, хочет, хочет, бежит. Оставь, оставь его. Друг. Из-за тебя пришлось тратить. Так бы еще одни банды накинуло, было бы норм. Пойду рунку за контролем. Это крайне важно. Есть банды. Блять, куру. Жалко, под куру чуть-чуть не успел. А, все, вернулся. Он, видимо, отхилился, как я понял. Че, они меня чекают? Да, меня чекают. Найс, курьер. Хилки-то есть у него? Есть. Нахер я его хилил тогда? Может быть, и забрали бы этого Дарксира. Ага, окей, вижу. Блять, да отойдите. Как больно-то, блять. Стой АФК дальше, блять. Я в ахуе с тебя, блять. Просто в ахуе, блять. Ой-ой-ой. Фиксируем поджог жопы.
Это он. Подпаленный жоп. Угу. Со щитом бегает, серьезно? Ой, вот же глупыши-то. Ну, сейчас на шестой аркан моноботинок прикупим. И все должно нормализоваться. Но это в теории. На практике не знаю. Не вижу никого. Вижу. Ох ты, тут вижен был. Ну, охуеть. Чекуй рунку. Угу. Все, моноботинок готов. Я, кстати, бреста не вижу. Вижу. Отлично. Все, моноботинок готов, бегу покупать. Ну чё там? Не вижу ничего. Нахуй. Ебанутый, бля, 4 человека мне. Серьезно? Больно, наверное. Хочется поставить варды и свалить. Теории. Бреста бы забрать. Было бы неплохо. Давай вот сюда вижен проставим. Да-да, нет-нет. Ой, блядь. Сверху да я бывает. Вижу-вижу. Лопатка. Ладно, пусть копает. А, дает что-то там по атрибутам, скорее всего, да? Пошла моя любимая. Меня отзонили. Из неприятного.
Сейчас баунти рунку он там прихватит. Окейушки. Не, под хил закачаем. Пусть будет. Я на низ бежу. И тема. У меня и ТПшки нет. Сила тьмы укрепила свои сооружения. Угу. Печально. Пока нет, но скоро будет. Опа. Пизда ей. Есть, есть, вижен, окей. Ну чё, так и будем тусить? Давай, пожалуй, вот здесь проверю. Вижен. Вашу верхнюю башню. Баунтосик возьму, да? Печально, что нашу башню атакуют, конечно. О, еще один баунтосик. Да я только за. Вашу центр... Мам, подтонку прийти уебать, пожалуйста. У меня еблан, блядь, на виверне, который мне хуя не делает. Ой, осуждаю. Вашу верхнюю башню сейчас мы ее подхарасим. Ну тут этот молодой может влететь со своей стенкой какой-нибудь. Фиксирую, проверяю. Пошел ты сам нахуй, молодой. Блять, отдал голема. Ну и дурашка. Эх, это фейка, блядь. Ну слушай, да, у нас тройки нету, к сожалению. Нужно играть под Клингза, я думаю. Это наш единственный шанс. Как ни крути.
Окей, фантомку убил. Из хорошего. Ой, блядь. Не зря я там Vision поставил? Или зря? Понять не могу. А. Пора бы, да. Ничего поинтереснее-то нет? Вроде нет. Печально, печально. Но вот зато сейчас шард будет. Это максимально круто. По кайфу. Надо сломать, я думаю, все вот это дело, да? Блять, хуйню сделал. Ой, блядь, никто Бриста не остановит, да? ДПшки нет. Окей, копай. Ваша нижняя башня разрушена. Угу, пизда-то. Ничего не скажешь. Угу. В чем же проблема? И почему никто пачку там не скипает? Вроде бы как все хорошо должно быть. Не понял? А, Виверна. Я понял, в чем проблема. Проблема в Виверне. Да я вижу, что нам Вижен снимают. Хуль мы сделаем? Да ничего не сделаем. Просто отдаем позиции. Обтекаем, так сказать. Копай. Ушла. Подружка наша улетела. Мы ни одной вышки не сломали, серьезно? Звучит как говно. Че, будем заходить? У меня нету сентриков, молодой, понимаешь? Нету. Шел нахуй. Центральная башня противника разрушена. Это хорошо. Ой, слушай, круто будет, если мы Т2 сломаем. Захочу аванпост. Или не захвачу.
А чё, ты два не сломали? Блять, печально. Все, я труп. Да, она меня в соло убивает. Я ничего не могу поделать. Ну такой герой, фейка. Так, а ты кинешь лужу-то? Молодец, красавчик. Пассивку отключили, по кайфу. Ну слушай, это контра Бристл Бэк у Вайпер. Это хорошо. Это мне нравится. У Пуджа нет здоровья. Класс. Убили. Толкну низ. Фейки не вижу. А хотелось бы. Надо отойти. А, все, вижу. Фейка в миду. Окей. Понял, принял. Все, отходим. Отходим. Буду ближе подходить. Очково, на самом деле. Угу, да, за мной бежит. Я понял. Нет, ТПшки нет. Если что, ребятки... ТПшки точка нет. О, у них героев нет. Let's go ломать. Блять. Думал, на меня сразу же сагрится. Но не сагрилась. Увы и ах. Давай вот это зафармим. Все, сейчас за мной могут прилететь сюда. Я отойду, пожалуй. Копаем. Угу. Есть ТПшка наверх. Где, блядь? Ну чё ты встал-то, пойдем? Глупыш. Ты один надо доломать спокойно, да? Как будто бы хочется еще Т2 покромсать. Но они сделают ТП, я думаю. Или не сделают. Давай на всякий случай вот так. Мало ли чё. Ой, блядь. Тут я нужен. Без вопросов. Надо отойти. У меня ман нету. Блять, Вайпер там без здоровья бегает.
А, он на базу пошел. Полезная штука это лопата. Вон я уже сколько хила выкопал. Слушай, надо бы отойти, мне кажется. Сейчас я перезахвачу. ДПшку еще надо купить. Сейчас маны дам. Хорош. Хреново, что виверны рядом нет. Так, пока они борются с теми крипами, я поборюсь с этими. Держим. Держим ману на ульту. Окей, окей, нужен здесь, нужен здесь. Манку даю. Копай. Ага. Разъебали как лоха меня. My bad. Ну, надеюсь, ты не умрешь. О, кайф. Давай, давай, давай. Ну-ка, давай, давай. Че по нейтралкам-то есть интересного? Что это? Скорость атаки. Нахер она надо? Вот это выглядит интереснее, на самом деле, чем... Да я возьму, пожалуй. Буду менять туда-сюда. Ой, что там у нашего мистера Паджа собрано, понял? Найс. Дальше как будто бы хочется, да, вот это вот все собрать. Угу. ТПшки нет, серьезно? Блять, пешком пошел. Че бы по дороге интересного сделать? Наверное, нечего. Так, ну три барака мы им сломали. Осталось еще три. Вроде поджали ребят, вроде бы вижен есть. Но это в теории. Нижняя башня противника разрушена. Ага. Как будто бы хочется отводик сделать.
Ага. Пофармить хотел, но что-то не дали мне. Чутка не дали пофармить. Ладно, на миду, может быть, попытаю удачу. Толкнем чуть-чуть мид. Там ёбка какая-то. Такое ощущение, что зря они там дерутся. На самом деле. Попахивает писюном. Да? Я долго бегу. Очень долго. Угу. Все, схавали. Следующая цель — бараки. Надо копнуть, подхилить. Бьем барак. Одна секунда. Оп, пошли. Подхил. Звучит неплохо. Неси. Кайф. А, нижняя ломаем. Нижняя. Куда? Куда вы, блядь, идете? Ой, блядь, странные ребята. Максимально странные. Там кого-то убили? А, виверну убили. Но я пока ломаю. Блять, на себя не кинул хил. Ошибка. Блять, вы, может, уже доломаете бараки-то, ребятки? Котятки. Ладно, понял. А нет, сюда нет. Ой, а уже закончилось. Уже закончилась катка, ладно. 22.52. Это все мистер Падж. Надо его поблагодарить за очередную победу. Я бы на самом деле вообще не умирал, если бы не Дарквилл на меня в солягу ебет. Анал. Все. На этом можно и закончить. Пока.